Чтобы продемонстрировать свои умения любителям быстрой езды на снегоходах и оленях упряжках, ждать осталось недолго. Уже завтра в Нарьян-Маре пройдут традиционные гонки на снегоходах. Впрочем, это уже не просто состязание. Праздник, который ждут тысячи людей. И с каждым годом он становится все ярче и интереснее. Итак, по данным на 25 марта комитет принял 46 заявок по всем категориям заездов. Традиционно это жители города и населенных пунктов. Наибольшее количество участников в заезде мужчин в возрасте от 18 до 40 лет. В этой группе зарегистрировано уже 27 человек. В группе от 40 до 55 – 4 человека. В свободном классе пока желает принять участие 6 мужчин. Среди ветеранов заявлено 5 человек. В женском заезде 8 участниц. О программе соревнований. Регистрация участников на старте и технический осмотр снегоходов начнется в 7 часов утра. Разминочный заезд с 8.10 до 8.30. Отборочные заезды для мужчин начнутся в 8.40 и завершатся через час. Торжественное открытие соревнования начнется в 10 часов утра. В 10.20 уже стартует заезд женщин. Затем на трассу выйдут ветераны. Далее пройдут заезды мужчин в классах «Буран» и «Свободный». Заезд на оленях упряжках начнется в 12.40. Награждение участников соревнований пройдет там же, в районе старого аэропорта, в 14.00. Для удобства зрителей предусмотрены торговые и детские площадки. А с 9 до 15 часов по маршруту площадь Ленина, улица Российская, будет курсировать автобус с маршрутным номером 6. Интервал движения – полчаса. Прямую трансляцию соревнований по кроссу покажет наш телеканал. Увидеть ее можно будет и на нашем сайте.